Так, і до нашої студії сьогодні завітала Оксана Баланська, начальниця комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр громадського здоров'я» Миколаївської обласної ради. Доброго ранку. Доброго. Вітаю наші ранкові студії. І сьогодні у нас така важлива тема – це первинна психологічна допомога людям під час карантину, тому що знаємо, що стресова ситуація була для всіх, для українців і взагалі по світу, тому що така от ситуація, що все, залишаємо роботу, залишаємось вдома. Я думаю, і коли думаєш, що ти із дітьми, там, із родиною, то це вже якийсь стрес є. Так от, якою має бути первинна психологічна допомога взагалі в такий період? Наверное, здесь будет целесообразно сказать, что такое в принципе первичная психологическая помощь, почему мы говорим о ней в контексте Николаевского областного центра общественного здоровья. В Николаевском областном центре общественного здоровья работает горячая линия. Она работает с начала эпидемии ковида, работает в рабочие дни с 9 до 16 часов. И эта горячая линия оказалась для нас, в общем-то, возможностью оказать населению не просто информационную помощь, а в соответствии с задачами, которые возлагаются на Центр общественного здоровья, оказать первичную психологическую помощь. Первичная психологическая помощь, в отличие от психологической консультации, других видов психологической помощи, она не требует специального образования. Она требует, в общем-то, следования и ознакомления с рекомендациями по оказанию первичной психологической помощи, которые даются той же Всемирной организации здравоохранения. И основное направление оказания этой помощи – это дать человеку почувствовать, что он не один, дать человеку почувствовать свою защищенность и снять тревожность у населения. Специалисты, которые у нас работают на этой горячей линии, я хочу напомнить, что телефон горячей линии 46 47 57, они оказывают первичную психологическую помощь всем, кто в ней нуждается и кто позвонил на эту горячую линию. Технологически, наверное, интересно, да, как это делается. Человек старается выслушать того, кто обращается за этой помощью, пытается ему помочь в решении тех вопросов, которые его беспокоят в рамках своих возможностей. Например, нам очень часто звонили и спрашивали, куда обратиться, если человек приехал из другой страны и он находится на обсервации. Какие контактные телефоны, или что делать, если человек чувствует себя нездоровым, а у него не заключен договор с семейным врачом. В этом случае мы, допустим, подсказывали или контактные службы полиции, которые занимаются вопросами обсервации после прохождения гражданами границы, или мы подсказывали телефоны семейного врача, который принимает в амбулатории ближайшей к месту жительства человека. Первичная помощь – это помощь, что называется, здесь и сейчас. Это умение человека выслушать, не задавая лишних вопросов. Это умение найти и предоставить ему информацию. И мы надеемся, что, в общем-то, это наша возможность помочь человеку, который обратился к нам, снизить его тревожность и пережить эту ситуацию наиболее комфортно. Потому что, безусловно, никто из нас, наверное, никогда не сталкивался с такой ситуацией, в которой которую мы сейчас проживаем, да? Нам нужна помощь для того, чтобы мы из нее вышли максимально комфортно для себя. Я думаю, це в перший місяць була така сильна паніка. Чи все ж і зараз, от під час адаптивного карантину, коли послабили трошки оці, ці міри допомоги, так? От, чи як люди зараз, чи телефонують, чи з'явилось більше питань, чи, от, можливо, чи змінила ситуація? Ну, меры допомоги не послаблено. Мы говорим о том, что немножечко изменились требования карантина стали чуть менее жесткими. Так. Вместе с тем мы все с вами, хотим или не хотим, но являемся свидетелями того, что заболеваемость растет, и сейчас принято говорить о вхождении во вторую волну заболеваемости ковидом. говорить о том, что люди находятся в стрессе, для этого надо, наверное, сначала дать определение стрессу. Мы все очень часто говорим: я сегодня утром встал, я себя чувствую как-то не так, у меня стресс. Я сегодня утром встал, как-то меня день не радует, у меня стресс. Это не стресс, это уныние, это не заболевание, это грех. На самом деле стресс – это нетипичная реакция нашего организма на предлагаемые условия. То есть, когда наш организм сталкивается с чем-то таким, с чем он раньше никогда не сталкивался. Стресс не возникает на пустом месте. Для того, чтобы это процесс, для того, чтобы стресс возник, нужен стрессор. То есть стресс-фактор. В нашем случае стресс-фактором является информация, объективная информация о заболеваемости на ковид. По моим наблюдениям, вы, безусловно, правы. Все мы сначала очень так эмоционально собрались, испугались, потом посмотрели, а Николаеву очень повезло в этом плане. У нас действительно объективно низкая заболеваемость. У нас с начала заболевания на ковид заболело 461 человек всего по Николаевской области за весь период. И мы такие: ой, фу, нас это не касается. Ми можемо собі дозволити все. Знімаємо маски, нам не треба нічого, так, дистанцію дотримуємось. На самом деле, было бы очень хорошо, чтобы это так было, но это не так. Заболевание объективно присутствует, оно нам так повезло, не настолько сейчас распространено в Николаеве, как в других городах и в других областях, но оно есть, люди болеют, и, безусловно, принимать меры предосторожности, то есть держать социальную дистанцию 1,5 метра, не собираться большими группами, использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, вовремя их менять, а не доставать очень многоразового использования одноразовую масочку из сумочки и водружать ее на нос, мыть руки, правильно питаться и следовать привычному нам распорядку дня. Ну, это все очень здорово для того, чтобы снизить риски заболевания на ковид. І своїх близьких. Про це варто пам'ятати, але все одно зараз є новина про те, що ми входимо, можливо, знову посилять карантин. Як від цієї новини не впадати раніше в паніку і якось спокійно до цього поставитись і, можливо, налаштуватись на те, що частіше треба використовувати ці маски, засоби захисту взагалі, а не панікувати і кричати «все, це жах». Ну, ми з вами вже говорили, що стрес не виникає із нічого і не уходить нікуди. Для того, чтобы возник стресс, есть 3 группы факторов. Это физические факторы, ну, например, человек перегрелся на солнце, у него поднялась температура, физическая причина – стресс, да? Психологические причины, ну, мы поругались с кем-то нам близким – стресс. И социальные причины. Вот средства массовой информации, о которых вы говорите, социальные сети, из которых мы черпаем информацию, они все относятся к вот 3-й категории, которая нам может поставить материал для нашего стресса. Что для этого делать? Ну, очень широко тиражируемая, но тем не менее очень правильная рекомендация – пользоваться проверенными источниками информации. Для того, чтобы говорить о заболеваемости на определенной территории, есть у нас информация, которая ежедневно публикуется либо Министерством охраны здоровья, либо тем же Николаевским штабом ковида, но все эти информации обязательно, если это не информация МОЗа или Центра общественного здоровья МОЗ Украины, эти информации должны быть со ссылкой на официальный источник. Если мы посмотрим такую информацию, то есть несколько показателей, которые необходимо, чтобы область превысила для того, чтобы был введен более жесткий карантин. В частности, это заполняемость коек больными на ковид в больницах, которые определены как базовые для лечения ковида. Заполняемость должна быть более 50%. У нас менее 6%. Достаточно иногда владеть объективной информацией, чтобы, с одной стороны, понимать, что да, процесс идет, тем не менее там лежат люди, люди лечатся, люди требуют помощи, помощь оказывается. То есть средства, точнее меры для того, чтобы не заболеть, нужно обязательно выполнять. Масочный режим, дистанция, руки моем. Не ходим на массовые мероприятия, где есть много людей, с которыми мы в своей повседневной жизни не общаемся. С другой стороны, как только мы получаем объективную информацию, в общем-то, паниковать-то пока что не надо. Да и вообще паниковать не нужно. Паника, как правило, плохой советчик. Она не дает нам нужного направления движения. Она не подсказывает правильные вещи. Как уберечься от стресса? Опять-таки, дозированная информация не нужна. Знаете, есть правило любимого мозоля. Каждый из нас его проходил. Если у нас есть какая-нибудь ранка на руке, мы обязательно этой ранкой, зацепимся за все, что можем в доме. Если у нас есть любимый мозоль на ноге, мы обязательно купим обувь, которая будет на этот любимый мозоль давить. Не нужно пользоваться правилом любимого мозоля, не нужно постоянно искать в средствах массовой информации тревожную информацию. И поширивать ее дальше. И поширивать ее дальше. Потому что стресс – это такое явление или такой процесс, который очень легко вовлекает в себя все новых и новых людей. В том случае, если мы его сознательно или неосознанно начинаем тиражировать. Если мы позвоним человеку и скажем: ой, ты знаешь, я вот там читала, и еще в 25 источниках информации были очень тревожные новости. Да, мы повысим свою тревожность, мы повысим тревожность того человека, с которым мы общались. Вместе с тем мы из этой информации не извлечем ничего для себя нужного и конструктивного. Для этого есть проверенные источники информации. Достаточно посмотреть на бюллетени, которые или пресс-релизы, которые публикуются ежедневно в Николаевской области и на официальном сайте МОЗ, для того, чтобы быть в курсе и знать то, что необходимо знать. Там есть информация и по другим областям, и по Николаевской области. Этого более чем достаточно. Запам'ятали. Я вам дякую. Я думаю, якщо є якісь питання, то можна звертатися до Миколаївського обласного центру громадського здоров'я. Давайте ще раз нагадаємо телефон, за яким можна телефонувати і в які години. 46 47 57 в робочі дні з 9 до 16 часов. Я вам дякую. Звертайтесь, друзі, не довіряйте якимось хибним джерелам, обов'язково перевіряйте інформацію, дотримуйтесь маскового режиму, дотримуйтесь дистанції і намагайтеся із друзями та близькими спілкуватися все ж, можливо, через якісь відеодзвінки і таким чином не наражати не себе, не їх на небезпеку. Я вам дякую. Оксана Баланська, начальниця комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр громадського здоров'я Миколаївської обласної ради, була сьогодні у нас в гостях.